Энергосистема Крыма выходит из изолированного режима, в котором она работала с 22 ноября после подрыва двух опор линий электропередач на юге Украины. Подача электроэнергии на полуостров была полностью прекращена. В Крыму и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации. С материковой части России сотрудники МЧС в экстренном режиме доставляли электрогенераторы. В первую очередь в медицинские учреждения, удаленные населенные пункты и остро нуждающимся в электричестве семьям. Но в достаточно короткие сроки был дан старт первой очереди энергомоста из Краснодарского края через Керченский пролив. Это дало Крыму дополнительно 230 мегаватт электроэнергии. До 20 декабря ожидается поставка еще 230 мегаватт, что позволит в значительной степени сократить дефицит электроэнергии. В настоящее время ведется активная работа по подготовке запуска второй нитки первой очереди энергомоста, который будет осуществлен раньше обозначенного срока, так заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме этого, он поручил крымским предприятиям разработать графики работы допуска второй очереди энергомоста, которая позволит увеличить подачу электроэнергии до 800-840 мегаватт. Завершить строительство второй очереди энергомоста из Краснодарского края в Крым планируется до лета 2016 года.